В Абакане в голосовании приняли участие больше 30 тысяч человек. Победителями признаны две территории. Это проспект Ленина в границах Ивана Ярыгина и Катанова и набережная вдоль Дрены на проезде Северном. Эти общественные территории набрали наибольшее количество голосов и будут благоустроены уже в следующем году. В Саиногорске также подвели итоги голосования. Там местные жители выбрали зону отдыха в Черемушках. Эту территорию теперь преобразят за счет федеральных средств.